Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы спросим у Михаила Афанасьевича Булгакова про Израиль. Вот, Михаил Афанасьевич, скажи, пожалуйста, вот несчастье пришло в израильскую землю. Соседи напали. Скажи, пожалуйста, долго ли будет идти война, как бы война в Израиле? Михаил Афанасьевич, скажите, пожалуйста, долго ли будет идти война в Израиле? Предлогами. Под разными предлогами заглядывали любопытные. Ну, тут видите, страница 143. Заглядывали любопытные. Теперь смотрите, если брать с абзаца большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в чалмах. Конкобеж с белым вязаной куртки, бледный от пудры рассказчик и гример. Это театральное действие. Вот и видите, в предыдущем видео так и выходило. Разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в чалмах. Конкобежец, это что-то быстро, в белом вязаной куртке, бледный от пудры рассказчик и гример. Так, спасибо. Интересная страница. 143. Скажи, пожалуйста, Михаил Афанасьевич, вот в Израиле идет театральное действие, да? Ну, ты сам сказал. Это до Нового года закончится? До Нового года это закончится? Театральное действие в чалмах. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительными взглядами. Обменялись водопроводчиками разными взглядами. Ну, значит, переговоры будут. Страница 412. В общем, вот так вот. Шедшие обменялись. Значит, переговоры будут. Спасибо. Так вот, еще третий вопрос я могу задать. Михаил Афанасьевич, лидер Хамаса, он как бы свою инициативу проявил по отношению к Израилю. Вот он взял и пошел в поход на Израиль. Скажи, пожалуйста, Михаил Афанасьевич, он сам додумался, вот просто захотел человек, да? Действительно ли это так? Вечерний воздух, к тому же, и сладостен, и свеж после грозы. Ну, видите, вечерний воздух, к тому же, и сладостен, и свеж после грозы. Ну, все будет хорошо, хорошая погода, мирное небо, сладостен. И свеж после грозы. Ну, так получилось. Будем верить, что все хорошо. Спасибо, Михаил Афанасьевич. Всего доброго.